Здравствуйте! В эфире «Научись спасать жизнь» совместный проект МЧС и телеканала НСИТ-ТВ. Мы уверены, что оказать первую помощь может каждый, и наша задача – показать, как это правильно делать. В четвертом видеоуроке расскажем, что делать при непроходимости верхних дыхательных путей. Первая помощь – комплекс срочных простейших мероприятий по спасению жизни человека. Оказывается, при травмах, отравлениях и других угрожающих жизни неотложных состояниях лицами, не имеющими медицинского образования. Сегодня с нами на теледежурстве вновь Дмитрий Микрюков и Юлия Березианская. Здравствуйте, наши постоянные эксперты. И после выхода предыдущего видеоурока о травмах вопросов у телезрителей не оказалось, но они были у сотрудников нашей редакции. Один из них касается ДТП. Очень часто в ДТП травмы смешиваются с кровотечениями. И вот если произошла такая ситуация, что из раны торчит какой-то или инородный предмет, или кость, его нужно убирать, нужно перебинтовывать без него, как нужно поступать? Если мы говорим о кровотечении, то в первую очередь нужно заняться остановкой кровотечения. Несмотря на то, что может торчать кость или инородный предмет из раны, необходимо сначала наложить жгут, если мы говорим о артериальном кровотечении. Жгут накладывается так, как мы уже рассказывали в предыдущей программе. Если все-таки мы говорим о торчащих фрагментах кости пострадавшего, то ни в коем случае нельзя вправлять костные отломки, либо как-то их передвигать. Необходимо стабилизировать конечность в том положении, которое она приняла после травмы. Если мы говорим о инородном теле, то есть каком-то постороннем предмете в ране, если этот предмет крепко сидит в ране, то необходимо его стабилизировать повязкой, непосредственно зафиксировав в самой ране. Если мы говорим, что предмет в ране не фиксирован, то возможно его удаление, но только при условии, что этот предмет буквально в самой ране просто лежит и никак не фиксирован. Тогда его можно убрать, после чего наложить повязку и остановить то кровотечение, которое имеется. И второй вопрос тоже касается ДТП. Если человек находится без сознания, но у него что-то произошло с внутренними органами, человек, не имеющий медицинского образования, может как-то на ощупь определить, травмирован человек или нет? К сожалению, что касаемо внутренних повреждений, а именно внутренних кровотечений, как-то диагностировать состояние достаточно затруднительно. И оказание первой помощи, к сожалению, как такового результата не дает. Здесь скорейшая доставка человека в лечебное учреждение может спасти ему жизнь. Наша задача – действовать по ситуации. Если у человека нарушено сознание, то оказание помощи как человеку с нарушенным сознанием. И если так случилось, что человек пришел в состояние клинической смерти, то оказывать реанимационную помощь до прибытия скорой помощи. Юля, в четвертом видеоуроке мы будем учиться оказывать первую помощь при непроходимости верхних дыхательных путей. Как быстро в этом случае нужно оказать помощь? В первые минуты необходимо оказывать помощь. А скорую? Мы всегда вначале вызываем скорую. В этом случае как поступить? Нужно постараться вызвать скорую помощь. У нас с вами телефоны, можно всегда поставить на громкую связь, либо попросить человека, который находится рядышком. Хорошо, расскажем об этом нашему сегодняшнему герою. Им стал яркий представитель танцевального сообщества «Копейска» Федор Декерт. Ему 30 лет. Федор, здравствуйте. Здравствуйте. Вот со скольки лет вы начали заниматься танцами и как пришли в хип-хоп? Ну, танцами я начал заниматься еще с детского сада. Прям с малых-малых лет, наверное, как себя помню. А в хип-хоп пришел в классе, наверное, в шестом, где-то вот в этого ориентировочного времени. До этого занимался русскими народными, но так как это было модно в то время, пришлось нам немножко переквалифицироваться и заняться именно уличными танцами, стрит-дэнс культурой какой-то. Я так понимаю, что вы продвигаете это направление в Копейске, и уже 3 года работает ваша танцевальная студия. Да, 3 года нам вот исполнилось буквально 1 марта. Стиль и вообще, в принципе, культура очень детям нравится, она увлекательная, интересная, она дает и психологическую, и физподготовку. То есть все, что нужно на данный момент в развитии тела, эрудиции какой-то, да, наверное, это все помогает на самом деле. Каких успехов удалось достигнуть за это время? Детям? Детям. Ну, на самом деле, довольно-таки большие успехи и заслуги у моих учеников. Вот буквально недавно, 23-25 марта, мы съездили в город Санкт-Петербург на международный чемпионат Respect My Talent. И наши дети вошли в топ-8 из топ-16 лучших танцоров России, СНГ,
Ну и также там были приглашенные гости с Франции. Это хороший результат. Вот если я не ошибаюсь, танцы — это активный вид деятельности, так это назовем. Случается ли травмироваться на тренировках? Ну, на моей памяти такого не было. Ну, вообще, да, на соревнованиях, допустим, те люди, кто занимается брейкингом, это самый травмоопасный стиль из уличной культуры. Да, бывают всякие разные и травмы, и ссадины, и ушибы. Без этого никуда. Оказывать первую помощь приходилось? Мне нет. Ну, будем учиться на всякий случай. Хорошо. В первую очередь вы должны убедиться, что ни мне, ни пострадавшему ничего не угрожает. Дальше мы должны определить, в сознании ли человек, и по возможности вызвать скорую помощь. Если у нас есть кто-то, то мы попросим вызвать человека. Молодой человек в черной футболке, вызовите, пожалуйста, скорую помощь. При попадании инородного тела может быть частичное нарушение дыхания или полное нарушение проходимости дыхательных путей. При частичном у нас человек может кашлять, может говорить хриплым голосом. При полной непроходимости человек начнет у вас синеть или багроветь, будет хвататься за шею, он не сможет ни кашлять, ни говорить. Мы с вами должны убедиться, что инородное тело не находится в ротовой полости. Для этого, если у нас есть перчатки или хотя бы какой-то пакетик, мы должны попробовать удалить данное тело, если оно у нас вот здесь, вот так скажем, рядышком. Одним пальчиком мы с вами. И если есть возможность, мы его вытащим. Если это не получится, то нужно наклонить человека вниз и совершить удары. Значит, ладонью между лопаток в сторону головы. 3-5 ударов. Раз, два, три, четыре, пять. Если инородное тело у человека выпадет, мы сразу с вами увидим. Он закашляет, начнет говорить. Если этого не произошло, то можно произвести надавливание на область живота под грудной клеткой. Для этого мы располагаем нашу руку, делаем ее в кулак, и второй рукой помогаем себе. Дальше мы с вами должны будем производить нажатие 3-5 раз внутрь и вверх, в сторону головы человека. Ну, примерно это выглядит вот так. То есть мы располагаем нашего человека вот здесь и делаем 5 надавливаний. Если у нас ничего не произошло, да, и человек потерял сознание, то мы с вами должны его уложить, но при этом, да, у него есть пульсация, то есть еще один прием, который нам поможет справиться с этой ситуацией. Для этого мы располагаемся таким образом и надавливание будем производить вот здесь. Также 3-5 раз внутрь и вверх в сторону головы. Раз, два, три, четыре, пять. Если инородное тело выпало, мы с вами укладываем человека в боковое положение и до приезда скорой помощи начинаем наблюдать за нашим пострадавшим. Алгоритм оказания помощи ребенку точно такой же. В первую очередь вы должны убедиться, что ни ребенку, ни вам ничего не угрожает. Определяем, в сознании ли наш ребенок, и необходимо вызвать скорую помощь. Также мы должны осмотреть, нет ли у ребенка что-то во рту, можем ли мы это вытащить. Также нужно одеть перчатку и попытаться достать, если там что-то есть. Если у нас не получилось, ребенок укладывается таким образом. На верхнюю часть предплечья мы укладываем ребеночка. Вот эту ножку лучше между своей рукой и телом зажать, чтобы у нас случайно он не выскочил. Зафиксировать голову и опуститься пониже, чтобы ребенок не выскользнул, его не уронить. И необходимо осуществлять постукивание. Но так как ребенок маленький, мы будем это делать ладошкой. 3-4 пальчика. И легкие удары также в сторону головы.
4, 5. Если тело инородное выпадет, наш ребенок закричит, заплачет, соответственно, мы его поднимаем, ну и уже успокаиваем. В первую очередь нужно убедиться, что человеку и мне ничего не угрожает, по возможности вызвать скорую, либо попросить какого-то постороннего человека. Если человек в сознании, и у него частичная закупоренность дыхательных путей, то он не может, может разговаривать хриплым голосом. Если у человека полная закупоренность дыхательных путей, то он будет хвататься за горло, синеть. Если пострадавший может кашлять, шумно дышать, отвечать на вопросы, у него частичное нарушение проходимости верхних дыхательных путей. При полном нарушении человек не может говорить и кашлять, его лицо становится багрово-синюшным. В этом случае нужно убедиться, нет ли у него инородных тел во рту. Для своей безопасности мы одели перчатку, и уже после этого, если есть у человека какое-то инородное тело во рту, попытаемся его достать. Попадание инородных тел в верхние дыхательные пути – часто встречающееся происшествие, при котором смерть подавившегося без оказания помощи практически неминуема. После того, когда мы убедились, нет ли у человека инородных тел во рту, если это не помогло, нам нужно его наклонить вперед, придерживая его за грудную клетку, и тыльной стороной ладони нанести 3-5 ударов по направлению к голове. Удары нужно наносить между лопаток, тыльной стороной ладони, вверх голове. Угу. Если это не помогло и инородное тело не выпало, то вы... То мы должны в область грудной клетки, под грудную клетку поставить кулак, сжать одну руку, вторую. Ну и вот тоже такими вот движениями. Осуществлять надавливание под грудиной. В сторону головы также. Так. У беременных женщин и тучных людей не осуществляется давление на живот. Вместо него проводят надавливание на нижнюю часть груди. 3-5 раз. Если у нас и это не помогло, то нам нужно человека уложить на пол. Сесть в область колен и тоже под грудной клеткой осуществить надавливание 3-5 раз в сторону головы. Двумя руками обязательно. Если удалить инородное тело не удалось, необходимо продолжить попытки его удаления, перемежая удары по спине с давлением на живот по 5 раз. Если после этого инородное тело выпало у человека изо рта, то мы принимаем устойчивое боковое положение. Если у пострадавшего пропал пульс, необходимо начать сердечно-легочную реанимацию. При этом следует следить за возможным появлением инородного тела во рту, для того, чтобы своевременно его удалить. И дожидаемся приезда скорой помощи. Для начала нужно убедиться, что ребенку и мне ничего не угрожает, убедиться в сознании он или нет, и вызвать скорую помощь. После чего нужно посмотреть, нет ли у него посторонних предметов во рту, и попытаться их вытащить. Угу. Если нам это не удается, то мы, придерживая головку ребенка и фиксируя его ножечку, чуть-чуть наклоняем его вперед, и присаживаемся, чтобы ребенок у нас не выпал. Осуществляем похлапывание в сторону головы, между лопаток, 3-5 раз. Раз, два, три, четыре, пять. И совершаем это действие до того момента, пока не выпадет инородное тело. Детям до 1 года нельзя выполнять толчки в живот. Вместо них при необходимости производят толчки в нижнюю часть грудной клетки. После чего мы... Когда убедились, что инородное тело у нас выпало, ребенок закричал,
мы спокойненько его поднимаем и успокаиваем. Федор, вот вы сегодня учились оказывать первую помощь, так скажем, на взрослом манекене, на манекене ребенке. Что было сложнее всего? Ну, на мой взгляд, все-таки ребенку сложнее оказывать первую помощь, потому что все равно какая-никакая у тебя здесь ответственность, и он еще, в принципе, ну, сам ничего-то делать и не может. То есть ни сказать, ни рассказать, ни показать, то есть здесь уже более интуитивно тебе приходится ему оказывать первую помощь. Вот после того, как прошли обучение, сможете оказать первую помощь? Думаю, да. Хорошо, значит, наш урок прошел не зря. Спасибо. Пожалуйста. Юля в самом начале нашего видеоурока сказала, что помощь человеку нужно оказать в первые несколько минут. Вот как долго мы можем повторять алгоритм действий до того, чтобы понять, что уже что-то другое нужно делать? Здесь нужно ориентироваться на признаки жизни человека. Если мы говорим о том, что дыхание нарушено, еще есть сознание и пульс. Как только мы теряем пульс у пострадавшего на сонной артерии, это говорит о том, что пора приступать к реанимационным действиям. Я смотрела со стороны, как Федор делал нажатие на грудную клетку у манекена. Как правильно все-таки ставить руки? Анатомическая точка для постановки рук определяется следующим образом. Это середина между пупком и началом грудины человека. В среднюю точку ставится рука и производится надавливание внутрь и вверх по направлению к голове. А вот стоит продолжать эти действия, если пульс уже пропал и народное тело так и не выпало? Если пульс уже пропал, то необходимо немедленно начать сердечно-легочную реанимацию. Нужно начать надавливание на грудную клетку, потому что принципиально важно восстановить кровообращение в человеке. Хорошо, спасибо, Дмитрий. Алгоритм оказания первой помощи при непроходимости дыхательных путей начинается с оценки обстановки. Нужно убедиться в безопасности и устранить угрожающие факторы. Определить наличие сознания у пострадавшего и попросить находящихся рядом вызвать скорую медицинскую помощь. Мобильный 112, городской 03. Встать сбоку и немного сзади пострадавшего, наклонить его вперед и нанести 5 резких ударов между лопатками. Удары наносятся основанием ладони по направлению к голове. После каждого проверяйте, выпал ли инородный предмет. Если закупорка не устранена, нужно обхватить пострадавшего обеими руками сзади, сжать кулак выше уровня его пупка и резко надавить на живот пострадавшему внутрь кверху. При необходимости надавливания повторяются до 5 раз и чередуются с ударами по спине. Если человек потерял сознание, его необходимо положить на пол и резко надавить под грудной клеткой в сторону головы 5 раз. При отсутствии пульса действия по извлечению инородных предметов прекратить и приступить к реанимации. Грудного ребенка, если он подавился, нужно положить на руку головой вниз и наносить удары только пальцами. При извлечении инородного тела дождаться сотрудников скорой помощи. Практические пособия программы обучения, объясняющие, как оказать помощь до приезда спасательных служб и врачей, размещены на сайте МЧС, интернет-службе оказания психологической помощи населению. Это был 4-й видеоурок телепроекта «Научись спасать жизнь». В следующей серии мы покажем, как оказывать первую помощь при ожогах, обморожениях и отравлениях. Сделать это может любой человек, даже не имея медицинского образования. Берегите себя и тех, кто рядом. Удачи! В связи с тем, что жизнь человека провозглашается высшей ценностью, сама попытка защитить эту ценность ставится выше возможной ошибки в ходе оказания первой помощи, так как дает человеку шанс на выживание.